Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского периода. Так, забрали хавчик. И заберем с тобой награды за выполненные уже задания. Так, принять в PvP участие. Так, потратить монеты, собрать моды, использовать ускорение. Так, давай-ка я, наверное, гляну, что у нас тут происходит. По событиям именно. Так, могучие деньги, белая мгла. Вот. Белую мглу я с удовольствием буду проходить. Элосматерий и энталодон. Это все у нас идет травоядники. Или кустарники, как их назвать, даже не знаю. Короче, берем с тобой раз. Так, я думаю, что здесь, наверное, одного мамонта будет достаточно. Поэтому на перестраховку сделаем с тобой Келлинкина. И чтобы у нас выполнено было задание, я, наверное, возьму... Блин, а придется его брать, да? Как ни крути, амфициона. Или нам лучше с тобой сделать дедикурусы. Я возьму дедикурусы. А почему так дорого? 450 монет за какое-то соревнование. Ёк-макарёк. Ладно, смотри, сейчас ты получишь хороших звездюлей от моего мамонта. На-ка. Все, припух. Что там твои 69 атаки для нас? Это щекотки. Даже не почувствовали. Раз, два. Так, выносим, короче, этого чудика. И ждем следующего. Выходит, ага. Ну и что ты сделаешь? Опять атакуешь? Это последняя твоя атака была в этой жизни, парень. Ты в курсе, нет? Раз-два. Раз-два. Вырубаем его. Все. Элла, смотри, отдыхает. Так, энталодон. Явился, не запылился, да? Ну что, полностью тогда сливаем с тобой все очки действий и уничтожаем этого энталодона. Все. Первая победа за нами, и мы двигаемся ко второй. Так, подожди, у нас там код еще этот 19 загорелся опять. Так, Мегистокурус. Естественно, сюда возьмем Уртинотериума. Ох ты, тут еще один Мегистотерий. Блин, против него кто пойдет? Гасторнис. Пускай будет Гасторнис. И здесь у нас... Синтетоцерас. Синтетоцерас. А почему не синтетоцератес? Ладно, не имеет значения. Короче, выносим с тобой. Я только сейчас увидел, что у него, друзья мои, сверху, смотрите, есть такой определенный покров. Напоминает чем-то... как бы тебе сказать? Напоминает такую защиту, да? Как типа панциря. А вот у этого нету. Давай, вырубим его. Ох ты, смотри-ка. Ты думаешь, тебя это спасет, парень? Поставил, понимаешь ли, броню. Ой-ой-ой, как больно-то. Вырубаем. Чертовой бабушке его. Все. И энталодон. Это кабан, чистой воды кабан. По-другому его не назвать. Вырубаем. На. Уртин вот этот у нас, конечно, очень мощный. Ну, потому что, ребята, мы его еще скрестили, не забывай. Ну, как скрестили, я имею в виду, одна легенда была, вторая, мы их соединили. То есть, две легенды там. Ну-ка. Ну, почему не дали мне тираннозавра, а? Ну, почему? Ладно, давай посмотрим, что у нас тут за код. Спинораптор, что ли? Ну, давай поймаем его лично. Справимся? По идее, должны. Так, приструнился. Вижу. Так, опять приструнился.
Ну и последний, нет? Нет, еще будет, да? Одна попытка. Раз, два, три. Все. Идеальная поимка. Идеальная поимка. Так, а мы с тобой двигаемся дальше и смотрим, что у нас тут еще есть. Махонькие ужасики. Хм. Это с кем мы тут должны будем драться? Пирораптор, велоцираптор и ихтиостега. Так, ну что, против этих я, в принципе, уже знаю, кого поставим. Так, подожди, где у меня? Возьмем нондагозавра. Двух. А вот против ихтиостеги я возьму, пожалуй-ка... Трапиогоптера, да? Так точно. Поехали. Трапиогоптер должен, в принципе, их вырубить. Так, ну что, поехали. Мне кажется, он все равно будет менять на их ихтиостегу эту. Хотя это не точно. Смотрим. Так, меняет все-таки, да? Их ихтиостегу. Блин, 570... О-ля-ля, нифига себе атака, 570, надо, ребята, вырубать его. А вырубить-то не получится. Так, ну ладно, тоже неплохо, звезданули. Так, он будет менять его или нет? Нет, он стал атаковать. Так-с, а мы тогда его уничтожим. Слушай, он взял бонусные очки. А он взял бонусные очки на велоцираптора. Итого получается 4, да? Он уничтожит, конечно же, мне трапиогоптера. Тут уж ничего не попишешь. Но зато мои-то уничтожат его. Поехали. Пошел он с поля боя. Так, пирораптор. Явился, не запылился. Да тебе придется, парнишка, все слить, если ты хочешь меня победить. А он так и делает. Он все сливает. Ну и мой нондагозавр, второй, естественно, уже уничтожает пирораптора. Без колебаний. На-ка. Вот так вот, ребята, великолепно. Но это была только одна победа из многих, поэтому нам надо двигаться дальше. Давай смотреть, кто у нас там следующий будет. Унайзавр, Димитродон и Диморфодон. Ого. А не слишком ли круто? Здесь, в принципе, можно, наверное, взять Алангозавра. Против Унайзавра, да? Против Димитродона возьмем... Диплотатор. Нужен ли нам диплотатор? По идее, нужен, ребят. По идее, нужен. Я возьму, наверное, диплотатора и... Анкилодока. Против Диморфодона. Блин, а Анкилодок справится ли, а? Справится ли мой Анкилодок? По идее, должен. По идее, должен, ребят. Давайте смотреть. Это будет хороший поединок. Сложный. Так, ну что, давай бомбанем. Окей. Так, что он будет сейчас творить? Будет, наверное, менять. На кого? Диморфодона взял. И атакует. Вот шитик. Это плохо. Так, сменим. И ударим, да? Он сейчас, наверное, поставит Димитродона, скорее всего. Твою же налево, да? Опачки. И атакует. Как ты заколебал, а? Ну что, наверное, нам надо его вырубать уже к чертовой бабушке. Достал он тут. Так, две атаки. Раз, два. Вырубаем его.
А вот сейчас этот у нас тут будет, конечно. Диморфодон. Ему надо будет снизить две атаки. Так, и мы его распишем. Мы его сейчас распишем. Так, две атаки он слил. Раз, два, три. И бонус. Иди отсюда. Уйнозавр. Пять. Ну, ему одну атаку слить надо в любом случае, да? А он сливает две. Не забывай, три оставил при себе. Ну, я сейчас буду все сливать именно в поединок. Все свои 5 очков действий и... Ему крышка. Прекрасно. Прекрасно, друзья мои. Мы справились. Ну что же. Давай тогда переходить к третьему поединку. И здесь Карнораптор, Спинораптор и Крутозавр. И, блин, они все сильнее и сильнее становятся. Ты посмотри. Я не знаю, Диплотатор, мне кажется, здесь бесполезен будет. Хотя... Нет, я возьму, конечно, двух. Наверное, да? Двух Диплотаторов. И плюс ко всему я возьму Эдиуморфодона. Только сделаем мы немножко... Хотя, в принципе, так и сделаем. Да, так и сделаем. Поехали. Так, слушай, ну у него две атаки будет, да? Он меня, конечно, может вырубить. Поэтому ставим защиту. Меняет. Ёк-макарёк. Ты хорош там со своим крутозавром-то, парень. Давай-ка завязывай. Я беру бонус. Интересно, он будет атаковать меня? Он может. Прекрасно. А два, значит, он оставил, да? На очки действия. Два. Поехали. Раз. Два. Три. Блин, я не знаю, ребят. Сливаю все, короче. Вырубили. Так, Спинораптор. Ну что, придется ему две сливать. Две атаки сливать. Блин, а у нас... А у нас фигня получается. Как я буду этими Диплотаторами их бомбить? Скажи-ка мне на милость. Как? Не знаю, ребята, как-то будем. Ух! Как ему влетело. Но этот-то... Он похож на маленький... А, Карнораптор, все, понял. Сколько ему нужно потратить? Две атаки. И он четыре оставляет себе. Блин, он четыре оставляет себе. Неужели он все в броню вписал, а? Давай, знаешь, как сделаем? Раз, два, три. И вот так. Ага. Ты понял? Ты понял, что он сделал? Все, крышка ему. Он раскололся. Он раскололся. Как та самая фисташка. Отлично. Такой командой. Я вообще не верил в свою команду, ребят. Но, как видишь, результат налицо. Круто. Не подвели меня. Так, ну что, и у нас последний поединок. Гуанлунь, Ютараптор и опять же Крутозавр. Ну, против этих тут даже не обсуждается. Берем вот так вот. Птеродактиля возьмем. И на всякий случай можно перестраховаться Велоцираптором. Да? Велоцираптор, только сделаем немножко по-другому. Велоцираптор поставим первым.
Таникалагруса поставим вторым. Все. Я думаю, здесь он ничего не сделает. Естественно, я сразу бомбану. Пускай там меняет на ихтиостегу. Скорее всего, он так и сделает. Какая, как его ихтиостега звать, этого чувачка, да? Не помню. Ничего не стал делать. Ну ладно, влупляем еще разок. На. Так, Ютораптор. 4. Сейчас ему хватит поменяться и уничтожить. Хм. Даже так? Даже так ты сделал, гаденыш. Ну ладно. Иди сюда. А, крутозавр. Конечно, крутозавр это. Все. Карандашечки тебе, парень. Карандашечки. Давай, родной. Птенчик, вали его. Ну вот и все. Окончен бал. Погасли свечи. И крутозавр валяется на боку. Ну что, мы с тобой получаем награду. Кто тут у нас? Ох ты, друзья мои, скафагнат. Это новый. Новый легендарный птенчик у нас. Я очень счастлив, очень счастлив. Так, давай-ка мы сюда забежим с тобой. Забираем. Это кто у нас? А, Галимим. Галимимчик. Так, давай-ка мы его качнем. Все. А он с кем гибрид у нас? А, с Афиакадоном. Отлично. Афиакадон, который у нас, кстати, тоже прокачивается. Так, слушай-ка, мне нужно... Так, результат смотрим. Отлично. Так, где он? Вот он. Прокачиваем. Здесь... Ой, подожди, какая эволюция? Ты чё? Прокачиваем. Секунду, секунду, секунду. Где ты, блин? Куда ты делся? А здесь прокачиваем до 30-го. Окей. А с кем он у нас? С топижарой. Топижар у нас 40-го уровня готов. То есть надо нам этого прокачать. Здесь куда, блин? Твой налево. Хорошо, что он бесплатно. Слушай, трицератопс нам вообще нужен? Ну, в принципе, не помешал бы, да? Так, и здесь... Подожди, блин, эволюция. Не, это мне надо вывести. Где у меня легендарный новый, которого только что получил? Гибриды. Так, новые релизы. Альбертозавр. Подожди. Так, мы получили свой... А, скафагната. Вот он. Слушай, 2 дня 15 часов он будет выводиться. Так, может быть, кого-то еще нам выводить? Или не стоит? Подожди-ка. Где у нас моно... Вот он, да? Надо нам сделать... Так, во-первых, заберем здесь награду. А во-вторых, начнем потихоньку эволюцию. Так, закончим, наверное, по-бренькому. Эх, чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть не хватает продолжить. Угу, забираем. Это он получается у нас 20-ка, да? Так, выходим на рынок. Активируем. И нам нужен еще один такой динозавр. Так, где ты? Вот он. Все, ребята. Два. Как раз по десятке. Это будет двадцатка, двадцатка плюс двадцатка, тридцатка. Все отлично. Значит, буквально в ближайшее время у нас появится новый гибрид. Так, давай мы заберем с тобой, наверное, награды за выполненные задания. Так, собрать два мода. Быстренько сделаем. Так, моды.
За харчи. Так, давай, Чарли. Что-нибудь такое забористое мне подкинь, пожалуйста. Ну, мог бы и пак подкинуть. Чего ж ты, застеснялся? Не знаю, чего он застеснялся. Я бы не отказался быть точно от пака. Так, до конца боя уменьшает запас УЗ у вражеского существа на 20%. Все. Здесь мы с тобой выполнили. Так, принять ПВП участие, сражение. Так, здесь мы с тобой тоже забираем награды. Все. Так, подожди, еще что-то забрать можно. Ага, тут. Так, дальше продолжаем события. Только для редких. Могучие деньги. Могучие деньги. Или нам лучше сюда пойти? Мы влетели с тобой в Лигу Выживших. 70-я позиция. Блин. И хочется и здесь подраться, и могучие деньги хочется, и Дода это тоже. Ну-ка посмотрим. Только для редких. А у меня из редких кто? Амонолафозавр и кулазухи всякие, да? Этих можно разобрать. Возьму, например, кулазуха. Сюда, да? И... Афиакадона. Все, я думаю, что они разорвут. Подожди, Афиакадон. Ты не подходишь сюда. Ты пижару возьмем. Вот так вот. Слава богу, тут бесплатные бои хотя бы. Не надо за них платить. Ну что, Карнотавр, поехали. На тебе пощечину. Так, затрепыхался, да? Такие маленькие лапки, я офигею, ребят. Ох ты, жучар навозный. Так, ладно, сделаем так и защиту. Пока. Так, ну что, пирораптор. Появился и не запалился. Так, ребят, заходите на второй канал. Сегодня вышла очередная серия по Юрскому парку Эволюция 2. Я думаю, что вам понравится. Ну что, я полностью сливаю и бомблю. Все. Первая победушка тут за нами. Нужно еще. Но у нас очень мало редких осталось. Очень мало осталось редких динозавров. Так, диплодок и кулазух. Блин, а против кулазуха-то кого взять? В принципе, мы можем сделать, знаешь как? Например, сюда взять монолафозавра, а вот против кулазуха... Твою налево, я не знаю, что нам, кого нам брать против кулазуха. Ну не Рамфоринха же, он же слабый. Афиакадон он просто порвет в хлам. Это я тебе точно говорю. Ах. Была, не была. Ну а что я могу сделать еще, ребят? Ничего. Берем бонус. Сейчас если он будет меняться на... А он меняется. Ну и пипец. Сейчас начнет прописывать нам кренделя. 192. Вся надежда на последнего. Сейчас я все буду сливать именно в нашего. Смотри, что творит, а? Он, походу, дела, прочухал, да? Фишку. Ну-ка проверим. Давай, 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 раскрывайся, парень. Ах. Ну что, я тогда сливаю все, ребят. Не знаю, что он там дуркует. Все, ему крышка. Да выпендривался. Давай, родной. Отлично. Ну, этот щегол нам уже не страшен. Этот диплодок. 44 атаки. Да все, пускай сливает. Второй его прижучит.
все. Отвел душеньку свою, да, парень? А теперь получи-ка расколбасочку. Вот и все. Так, вот нам бы еще один поединочек как-то продержаться, и все будет хорошо. Ну-ка глянем. Насута Цератопс и Иритатор. Да что ж ты будешь делать? Мне неким драться. Мне элементарно неким драться. Вот что я тебе скажу. Ах, господи. Ладно, попробуем. Попробуем как-нибудь отбиться. Интересно, будет атаковать? Меняет. Не очень хорошо это все. Еще и бомбит, а. Погнали. Пускай уничтожает, ребят. Потом Афиакадон его порвет. Все, рвем его, короче, этого Иритатора. Сколько нам нужно? Две атаки? Две атаки — это легко. Раз-два, раз-два. Иди отсюда, нищеброд. Ну и что ты тут выбежал, кузнечик? Что ты выбежал? Да конечно, ага. Держи карманчик шире. Закатай губежки и получи от Алешки. На. Все, ребята, это события прошли. На удивление. На удивление. Ну что, монетки? По 82 тысячи. Я думаю, что это неплохо. Так, еще очки доверий. Оп, 260. Солидно. Так, что у нас там? Кто у нас возбухает? Что-то не могу понять, это кто там. Давай играть. Аланка, ты что ли опять? Опять тебе все не сидится, да? Или это не Аланка, не пойму. Нет, наверное, все-таки Аланка. Так, что там дальше? Норм. Раз, два, все. Идеальная поимка. Идеальная поимочка. Все прекрасно. Да что ж ты будешь делать-то? Что опять-то здесь? Так, ну здесь, ребята, лучше, конечно, Стегоцератопса отправляем у Оуны. Так, здесь забрали. А что у нас остается-то там? Битва Дода. Так, аренушка. Ну что, ребят, давайте немножечко подеремся на арене. Так, берем Ютирануса. Так, подожди. Ютир... Блин, жалко. Ага, подожди секундочку. Ютиранус, у нас есть Тиранодон. И Эрли... Нет, давай Эйниозавра. Что-то мне подсказывает, сейчас мне тут таких звездюлей надают. Надо было... Хотя... Не, нормально, нормально. Здесь мы с тобой сможем справиться, кстати. Даже очень неплохо сможем справиться, я тебе скажу. Давай укусик. На-ка. Он сразу такой... О-о-о, как так-то? Как так-то? Не ожидал, не ожидал. Надо что-то делать. В панике. И будет, наверное, менять на Лимнасцелиса. Ух ты, нет. Он взял... Вот этого. А зачем? А зачем он взял его? Хорош, давай посмотрим. Ума не приложу, нафига он его взял? Что он этим хотел добиться? Я еще понимаю, Лимнасцелиса, но... Смешно. Так, он что, думает, что он самый умный, что ли? Я не могу понять.
Давай. Давай посмотрим. И что дальше? Все? Приплыл? Приплыл, парнишка. Сразу меняет. А на кого-то поменяешь? На этого? Ну ладно, давай этого возьмем. Нам какая разница, кого ушатывать. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну и пока, птенчик. Так. Пеликанептерикс. Давай, все сливай. Все сливай. И у меня для тебя будет подарочек. Ну что ты там, загрустил? Давай, я жду. Эх. Семь у тебя было, да? Семь. Три ты взял, я возьму. Вот так. И вот так. Вот и пока, пташечка. Алим нас целит, с нами не страшен. Потому что он хлыщ. Пора ему прописать хороших плюшек. Погнали, друзья. Даже если он взял 4 защиты, мы его все равно ушатаем. На-ка, выкуси, партизанчик. Прекрасно. Очень прекрасно. Так, мы с тобой поднимаемся на 54-ю позицию. Рулеточка. Ну, как всегда. Как всегда, не чтобы дать мне $100. Продолжаем поединки. Враг, я смотрю, не особо сильный, поэтому давай, наверное, мы с тобой сделаем стегоцератопса возьмем. Надо его проюзать. Сфенокодона возьму. И... Пум-пум-пум. Летунчиков-то у нас не осталось, да? А, нет, есть. Есть один эдиоморфодончик. Ну, я, наверное, возьму астафрикозавра. Ну, кого ты мне подки... Ох, ё-моё. Хотя, в принципе, пока нормально все складывается. У нас 211 к атаке. Ага, хищников у него нету. Замечательно. Погнали. Так. Смотрим. Блин, у меня, конечно, два хищника против вот этих вот... Ну, совсем не в тему, если честно. Ну, давай я тоже сделаю так же. Думаешь, самый умный, что ли? Ты думаешь, самый умный парень, да? Меняешь, да? Давай-ка мы сделаем так. И вот так. Так, если он не тратит, ребята, я буду его бомбить. Угу. Потратил, красавчик. 5 слил, сейчас мы его будем рвать. Сейчас мы его будем рвать, но рвать нам лучше, конечно же. Он же все слил, все. Поэтому давай сюда. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Так вот. Ему крышка. Замечательно. Так. Микропозавр. Не решил, ребята, он атаковать меня. Не решил. Блин. Раз, два, три. Вот так сделаем. Угу. 6. Что он будет делать, а? Решил бомбануть все-таки, да? Уничтожит? Нет. Тогда ему крышка. Он все слил, все слил. Так, погнали. 590, да, нам нужно? Вот так.
И... Так, он точно все слил? Давай на всякий случай сделаем так. Да, он все слил. Ну что, игуанодон? Добиваешь, красавчик. Ну а теперь получи. Получи, как говорится, и по заслугам. Пока. Вот и все. Делов-то на копейку. Хорошо мы разрулили здесь ситуацию. Очень хорошо, мне понравилось. Так, и куда мы с тобой? Блин, 40-я позиция. Только лишь 40-я позиция. Может, вы мне дадите что-нибудь уже нормальное, а не какое-то фуфло будете мне постоянно подсовывать, а? Так, метриоконтозавр. Только мы не так сделаем. Мы, наверное, возьмем эдиоморфодона. Потом вот так и вот так. Ну что, ждем. Ждем противника. Ох ты, ютиранус, стегозавр. Так. Ну, здесь мы ютирануса сразу выносим. Тут понятное дело, да? Стега, я думаю, тоже ему тут не поможет особо сильно. 147 к атаке. Смешно. Очень смешно, ладно. Ну, давай там, не пыхти. Я жду. Все, красавчик. Так, две атаки сделаем. Готов, партизан. Так, и остается тиранозавр мод 2. Что-то мне подсказывает, тут тоже никаких проблем не будет. Угу. Ну что, влупляем тогда уже по полной. Что тут ждать? Замечательно. Так, у нас была 40-я позиция. Сейчас посмотрим, куда мы переместимся. Ну, наверное, будет 30-я, скорее всего. Ну-ка. Нет, даже 34-я. Не дотянули чутка. Да не издеваются надо мной. Они просто издеваются. Ну что, у нас последний поединок. Таниколагриус, тиранозавр и... И кого? Капразуха. Ну давай сделаем так. Вот капразуха сюда поставим. И тиранозавра. Ну, мне что-то подсказывает, сейчас меня тут ушатают. Хотя, ты знаешь, нет, никто меня здесь не ушатает. Велоцирапторы эти — это сосунки. Против Таниколагруса это, знаешь, вообще опарыши. Так, Афиакадон, ну что ты будешь делать? Давай, давай, не ерзай, не ерзай. Сейчас моя белочка тебя хвостиком-то быстро тут отметелит. Дергается, что-то дергается, нервничает, чувак. Так, он не стал ничего делать. Я тогда сделаю так же. Так, я мог бы его бомбануть. Так, он ничего не стал делать. Ну что, ребят, я прописываю по полной программе ему тогда. Иди отсюда. И у него выходит, кто там? Зухамим. Ёк-макарёк. Здорово, Зухамим. Че говоришь, хочешь звездюлей получить? Сейчас получишь. Сейчас ты получишь по первое число. Я вот так вот сделаю, с твоего позволения. И бонусы. Как, ты счастлив, а? Зухамим. Я вижу прямо на твоем лице улыбку. Вот ты очень счастлив, да? Ты ведь понимаешь, что тебе крышка, парень, да? Ты должен это признать, осознать и смириться с этим. Благодарю.
за отчаянную попытку, но... Пошел-ка бы ты куда подальше. Вот так вот. Все, ребята, победа. Но это был наш последний поединок, потому что динозавров у меня больше не осталось. К сожалению. Как хорошо-то бустанули, ребята. На 15-й позиции мы с вами оказываемся. Ну, понятно тут. Тут даже и не буду себя обнадеживать. Выжидать там какой-то награды суперской. Ничего такого нам не дадут. Так, ну-ка. Вот, и все задания выполнили. Дай мне мой пак. Ежедневный. 400 ДНК, солидно. $35, спасибо. И база технического обслуживания. Кстати, база технического обслуживания сразу мне напоминает эволюцию вторую, да? Там то же самое, такие же базы есть. База технического обслуживания, база персонала и так далее и тому подобное. Так, забираем здесь наградушку. Так, выведите 3 суперредких существа. Соедините 2 птерозавра. Пройдите код 19 4 раза. Так, слушай, подожди, у нас там все забито, все активно. Так, а здесь-то у нас ничего не делается. А почему? Так, где у нас этот? Твою налево. Монофалозавр-то, где он? Вот он. Я же не смогу, потому что у нас эти еще. Угу. Ладно, давай тогда глянем, кого мы сможем с тобой поставить на эволюцию. Велоцираптора можем спокойно. Капразуха. Ютараптора. Я думаю, что, наверное, капразуха. А где у меня нундазух? Не помню. Слушай, может быть, этого соединить? Тиранозавр. Слушай, а Фиакадон у нас с кем? С Галимимом. Подожди-ка, с Галимимом. А, так. А Галимим у нас... Есть в наличии? Есть. Так, ну что, тогда есть смысл Афиакадона этого прокачивать, да? Ой, не то, не то, не то. Пеликанимим. А Пеликанимим с кем у нас? С Гацей? Оу, слушай-ка. Давай, наверное, сделаем такой гибрид. Тем более ускорение бесплатное. Так, давай-ка тогда еще. Бесплатно, что будем делать-то? Угу. Так, подожди, это еще не конец. Это еще не конец, это только начало. Ах ты, жук ты навозный. Ты специально, да? Ты специально это сейчас сделал. Так, забираем. Помещаем. Получается. Так, это двадцатка. Двадцатка, тридцатка. Еще нужен, да? Получается. Получается, нам нужен еще. Так. И вот так. Начать эволюцию. Старт. Ускорить бесплатно. Посмотрите результат. Отлично. Помещаем. Теперь здесь двадцаточка. Плюс вот эта двадцаточка. Старт. Найс. Так, поместить. Так, 20 и 20. Оу, как идеально-то получилось. Поместить. Теперь прокачиваем их до 30-очки.
Так, вот эволюция. Забираем. И начать эволюцию. Так, подожди, а он с кем у нас? Сейчас, секундочку. Пеликанимим, он гибрид у нас с Гацей. Надо будет глянуть сейчас на Гацу. Так, час будет, да? Так, чтобы Гацу найти, нам надо, наверное, сюда все-таки зайти. Все существа, птерозавры. Это Гаца? Нет, это... Блин, это Птеранодон. Как же я тогда делал, чтобы показывало мне динозавра определенного? Ты его находишь, ну, потому что это Аланка. А вот, кстати, Пастазу, которого я искал. Птеродактиль, Дилофазавр. А это Аэротитан. Да где же Гаца-то, ё-моё. Вот он. Вот он, друзья мои, Гаца. Так, 11 уровень, да? Получается, мы его прокачиваем до 20-ки. Этих мы двоих в эволюцию закинем. Это будет 20 уровень. 30-ка, да? Значит, нужно нам... Так, подожди, сколько нужно? 20-ка плюс 20-ка. 30? Блин. Дофига нам нужно, Гац. Вот что я тебе скажу. 4 штуки еще. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, я сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!